Хайрли Ирте, с добрым утром, уважаемые телезрители. Сегодня среда, 12 октября. Уважаемые телезрители, наша сегодняшняя передача посвящена празднованию Дня Республики. Со всех концов города и района спешили в пятницу 7 октября в районный дом культуры люди. Чувство праздника, казалось, витало в воздухе. Что значит этот праздник День Республики для нас, жителей суверенного Башкортостана? С этим вопросом мы обратились к председателю колхоза «Победа» Масхуту Кашаповичу Кашапову. Скажите, пожалуйста, что для вас лично значит День Республики? Ну, День Республики – это большой праздник для нашей республики, для трудящихся всей республики и нашему району, нашего района трудящимся. Это большое событие, в которое мы наконец-то взяли вот суверенитет, суверенное государство. Надо сказать, мы без суверенности, я считаю, не ошиблись наше правительство, потому что спад производства не идет. Трудящиеся наши, вот, нашего колхоза, да и в целом район наш, очень компактно, очень дружно трудимся, стараемся, знаете, оправдать ту высокую доверие, которое нам доверяет. Я думаю, что праздник удастся. И... Просто что для вас значит День Республики? Это значит показать ее величие, красоту, богатство, достоинство и то, что мы гордимся, что живем именно в нашей прекрасной Башкирии. Вы гордитесь, что живете в Башкирии? Да. А вы кто по национальности? Я чувашка. Спасибо вам. Ко Дню Республики было приурочено открытие выставки художника-скульптора нашего земляка Заки Ахметовича Исмагилова. Воистину, щедра талантами земля Янаульская. И это еще раз подтвердила выставка Исмагилова, где были выставлены как картины талантливого человека, так и скульптурные произведения. С приветственным словом к собравшимся выступила заместитель главы администрации Разина Тимирхановна Габдулхакова. Как уже всем вам известно, наш родной Янаульский район славится великими людьми, талантами. Вы уже все прекрасно знаете наших поэтов, писателей, художников, которые проживают в нашей республике, проживают за пределами нашей республики. И среди них немало известен фамилия нашего земляка, художника Исмагилова Заки Ахметовича. И вот сегодня, этот торжественный праздничный день, мы открываем персональную выставку художника-скульптора, бывшего преподавателя рисования и черчения средней школы номер 3 Исмагилова Заки Ахметовича. Исмагилов Заки Ахметович родился в 1927 году в Альшевском районе. С детства он любил рисовать и, конечно, мечтал стать художником. И после окончания семилетки поступает в Уфимское педагогическое училище. Но судьба, начинается война, и в 1944 году он оставляет студенческую жизнь, и его забирают, призывают в Красную армию. С 1944 по 1952 год он служит в рядах Красной армии. И 17-летним парнем попадает он в войну с Японией. Это время он заканчивает военное училище. Но мечта художника у него остается навсегда. И он после возвращения с военной службы в 1952 году поступает в Ижевский государственный университет на факультет, на художественно-графический факультет Ижевского университета. После завершения данного факультета он приезжает в Янаул и с 1960 года начинает работать в Янаульской средней школе номер 3. И, конечно,
до ухода на пенсию он работает здесь. Ну, свободное от занятий время он посвящает творческой работе. Рисует, занимается рисованием и, конечно, скульптурой. Вы уже прекрасно знаете наш район. И во всех уголках нашего района мы с вами встречаем работу Заки Ахметовича. Вы знаете прекрасный памятник, который он соорудил в колхозе «Победа» Владимиру Ильичу Ленину. Вы помните прекрасно памятник воину-освободителю в колхозе имени Куйбышева. Вы все прекрасно помните, из детских лет знаете, скульптурные работы, которые он подарил для детей пионерского лагеря «Орленок». Вы помните памятники Ленину, Карлу Марксу, в средней школе номер 3, в первой школе Азину и многие другие работы. И этот художник, нужно сказать, великий местный художник, посвятил всю свою жизнь пению родной природы наших земляков. И вот в этом зале вы сегодня посмотрите, ознакомитесь его работами. И он до конца своей жизни, он умер в 1993 году, он не оставил кисточку художника, краски художника, работал на совесть и работал всю жизнь бесплатно. И очень много работ подарил нашему музею. Но творчеством нашего художника интересуется, изучает, и сегодня его творчество изучается. В этом помогает его дова Анфиса Михайловна, она сегодня среди нас, она, наверное, еще скажет. И наш такой бессменный патриот нашего района Амир Абай Фатыхов тоже. В лице Заки Ахметовича я потерял своего самого близкого друга, не только как художника, скульптора, а как соседа, самого такого близкого друга. Для меня все эти картины знакомы. Они создавались при моих глазах. И вот я просмотрел его черновики, которые мы, так сказать, создавали вместе. Мы выезжали за пределы Янаула. Я еще новый в Янауле, изучал Янаул, район изучал. И вот мы с ним выезжали или пешком выходили за пределы поселка тогда. И вот он, карандаши у него всегда в кармане, бумажки. И он советовался, что нравится здесь. Я подсказывал. Он простым карандашом делал зарисовки. И потом появлялись картины. Дорог для Янаула Заки Ахметович не только вот этими, как создатель вот этих скульптурных портретов, художественных рисунков. Он еще мечтал создать большую такую панораму. На бумагу он рисовал, почему-то вот среди черновиков вот этот эскиз отсутствует. Он хотел создать, он, шутя говорил, это будет моей последней работой, ворота Янаула. При въезде в Янаульский район, мы вместе ездили с ним, около Исанбаева, на большой дороге, на тракте, въездные ворота в Янаул. Все было готово. И эскиз, скульптурный, это должен был быть таким комплексом. Договорился было с районным руководством, с председателем райисполкома. Договорился насчет помощников, кто будет ему помогать, подсобниками, то, что делать, материалы где доставать. И вот наша жизнь
пошла, так сказать, в кутюрьму. И вот я очень бы хотел, чтобы в Янауле появился такой талант, который бы осуществил вот эту мечту нашего земляка. Присутствующие с огромным интересом прослушали выступление Амирабы Фатыхова. Затем выступили Зухра Магруфовна Гафарова, директор средней школы номер 3, где работал учителем черчения и рисования, и вдова художника Анфиса Михайловна. Если Зухра Магруфовна рассказала о художнике как об учителе, тонко знающем психологию детей, то Анфиса Михайловна рассказала о Заке Ахметовиче как человеке личности. Затем присутствующие ознакомились с работами художника-скульптора, с фотографиями, рассказывающими о творчестве талантливого человека. Затем началось торжественное заседание. Представители трудящихся города Янаул и Янаульского района, посвященные Дню Республики, 4-й годовщине провозглашения декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан, объявляются открытой. Поздравительным словом к собравшимся выступил глава администрации Янаульского района и города Янаул Назир Загитович Зиязов. Года на основе соглашения между башкирским правительством и центральной советской властью. Для этого времени такой подход к решению национальной... Принятая декларация заложила юридическую основу для укрепления всех атрибутов государственной власти, наполняя их реальным содержанием. Провозглашая землю, недра, природные богатства, экономический, научный и духовный потенциал исключительной собственности республики, многонациональный народ Башкортостана становится подлинным хозяином на своей земле. Период после провозглашения государственного суверенитета наполнен важнейшими событиями и напряженным трудом по реализации принципов, заложенных в декларации. Верховным Советом Республики приняты меры по законодательному закреплению декларации. Прежде всего, это Конституция Республики Башкортостан. В ней Республика Башкортостан определяется как суверенное демократическое государство, выражающее волю и интересы всего многонационального народа республики. Республике существенно увеличено ассигнование на народное образование, здравоохранение, культуру, на социальное обеспечение. Немалые средства направляются на содержание, на сдерживание роста цен на потребительские товары. Несмотря на серьезные трудности, в республике продолжалось достаточно высоких темпов строительства социальных объектов, жилья, газификации села. Растут объемы дорожного строительства. Достаточно сказать, что в текущем году в республике введено около 20% общеобразовательных школ по всей Российской Федерации. Приняты в республике законы, определяющие бюджетную политику, позволяют более полно учитывать нужды агропромышленного комплекса. За 1993 год общая сумма вложений в агропромышленный комплекс 4 раза превысила уровень, рассчитанный Российской Федерацией. И в текущем году
Мы все являемся свидетелями того, что благодаря значительной помощи и государственной поддержке сельское хозяйство не только выжило, но и сумело вырастить и собрать относительно неплохой урожай, удовлетворяющий в основном потребности Башкортостана. Мы благодарны руководству нашей республики за его дальновидную политику и всемерную поддержку села. Товарищи, свой государственный праздник, День Республики, трудящихся нашего района встречает с высоким чувством гражданской ответственности за положение дел в стране и в республике в обстановке социального и межнационального согласия. Кризис неплатежей, принимающий обвальный характер, поставил большинство предприятий города и района в трудное финансовое положение. Связанные с этим снижение объемов производства серьезно сократили бюджетные поступления. Но, несмотря на это, практически во всех трудовых коллективах сохраняется трудовой ритм и настрой, не допускается обвальное падение объемов производства. Отдельные коллективы не только не снижают объемы, но и добиваются его наращивания. Не менее важно и то, что мы сумели сохранить все трудовые коллективы и квалифицированные кадры, не допустить резкого роста безработицы. Много усилий и заботы со стороны администрации требует социальная сфера. Основа социальной политики администрации – поддержка достойного уровня жизни работающих при адресной социальной защите малоимущих. Несмотря на серьезные трудности, прежде всего в финансах, нам удалось многое сделать в строительстве объектов социально-культурного назначения. В прошлом году впервые в районе было введено 30 тысяч квадратных метров жилья. Все больше ширится размах индивидуального строительства как в городе, так и на селе. Как уже было сказано, принятие декларации и принятые меры по его реализации – это только начало из начала. Было бы наивно думать, что с его провозглашением все проблемы уже решены. Впереди нас ожидает трудная и кропотливая работа. Разрешите выразить уверенность в том, что трудящие нашего города и района внесут достойный вклад достижение реального суверенитета нашего родного Башкортостана. Не пожалеют сил и энергии для ее процветания. Сохранять в этот сложный период развития нашего общества спокойствие, организованность и порядок. Поздравляю вас, уважаемые товарищи, в вашем лице всех трудящихся района с Днем Республики, 4-й годовщины принятия декларации о государственном суверенитете. Желаем вам доброго здоровья, процветания, благополучия, счастья и успехов во всех ваших делах. Указом президента Республики Башкортостан Валееву Фагиму Хазеевичу за заслуги в области сельского хозяйства присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан». Я поздравляю вас, желаю вам крепкого здоровья, успехов и счастья. Большое спасибо. Гелееву Виктору Алексеевичу за заслуги в области здравоохранения присвоено почетное звание «Заслуженный врач Республики Башкортостан». Виктор Алексеевич, пожалуйста. Приятно. Большое спасибо вам за труд. Ну что, хорошего, пожалуйста. Также поздравили Абсаликова Салима, механизатора колхоза «Победа». Моя земля и небо, моя любовь, мой соловьиный край. Мне жаль того, кто здесь ни разу не был. Мне жаль того, кому не пел курай.
хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнило сердца, чтоб другому вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб тревожный и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся пока, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.